пехоты, кадеты Камского государственного автомеханического техникума имени Льва Борисовича Васильева, первый кадетский корпус в системе среднего профессионального образования в Республике Татарстан. Перед трибуной в форме сухопутных войск студенты набережной Челнинского филиала колледжа и университета управления ТИСБИ, одного из ведущих образовательных учреждений города. Ровным строем в форме пограничных войск идут студенты технического колледжа имени Виктора Денисовича Поташова. Пусть зиты кадр для предприятий города и КАМАЗа. Отраслевой ресурсный центр профессионального образования Республики Татарстан. В форме сухопутных войск образца 1943 года маршируют студенты набережной Челнинского института Казанского федерального университета. Институт гордится многочисленными победами своих студентов на международных, всероссийских, региональных конференциях, конкурсах и соревнованиях. Студенты ведут активную и успешную деятельность в общественной, творческой, спортивной и научной сферах. В форме танкистов времен Великой Отечественной войны маршируют студенты филиала Казанского инновационного университета имени Тимирясова. Среди выпускников вуза предприниматели, топ-менеджеры, специалисты ведущих предприятий города и республики. Торжественным маршем проходит парадный расчет связисток набережной Челнинского технологического техникума. Техникум ведет подготовку специалистов для предприятий торговли, сервиса и общественного питания. Перед трибуной в форме спасателей МЧС маршируют студенты Камского технико-экономического колледжа. Колледж готовит специалистов в области защиты от чрезвычайных ситуаций по профессии спасатель и пожарный. Это единственный в городе колледж, ведущий подготовку пожарных техника-спасателей для работы в структурах МЧС. Девиз колледжа «Мы учим спасать, предупреждать и помогать». В парадном строю в форме военно-космических войск студенты Камского строительного колледжа имени Евгения Никаноровича Ботанчука. В этом году колледж празднует приветствует Центр молодежных студенческих формирований по охране общественного порядка «Форпост». «Форпост» города Набережной Челны – один из лучших центров Республики Татарстан. На марше юные участники парада, воспитанники начальных классов кадетской школы номер 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова. Чеканит шаг мальчишки и девчонки с кадетскими погонами. В память о подвиге их предков они готовы пройти торжественным маршем и стать достойными памяти своих предков. Участники праздничного парада Победы приветствуют ветеранов Великой Отечественной войны. Скачет время конем вороным, под копытами годы летят, но мы в памяти свято храним честь и мужество наших солдат. Парадный марш продолжает кавалерийское отделение Управления по обеспечению охраны общественного порядка Исполнительного комитета города Набережные Челны. Конное отделение несет службу по охране общественного порядка в местах массовых гуляний челнинцев на территории лесопарковой зоны парка Прибрежной. Гордо смотрит лихой аргамак, пролетев сквозь года и миры, и в бессмертие делает шаг. С ним КАМАЗ и наш город Челны. Под звуки торжественного марша в парад
автомобиль «Тайфун К». Защищенные автомобили семейства «Тайфун К» предназначены для выполнения боевых задач, перевозки личного состава и грузов. На марше специальные транспортные средства, бронированный корпусный автомобиль «Патруль». На базе узлов агрегатов и систем полнопривидного шасси «КамАЗ» колесной формой 4х4, разработанный акционерным обществом «Астейс». Автомобиль защищенный на шасси армейских автомобилей 6х6 «Патруль» для перевозки личного состава, грузов и оборудования. На марш входит современная техника, производимая российским заводом техники специального назначения «Рем-дизель». Автомобиль «Выстрел К» 42-269. Легко бронированный, полноприводный бронеавтомобиль. Перед трибунами защищенный санитарный автомобиль тактического звена предназначен для поиска и транспортировки раненых с поля боя. Защищенный кузов. Фургон на шасси автомобиля КамАЗ 5350. Для комплектации вооружения военной техники и размещения спецоборудования. На марше армейские автомобили многоцелевого назначения, знаменитые камазовские «Мустанги». Серийный бортовой автомобиль КамАЗ 5350 типа 6х6. Один из базовых автомобилей «Мустангов». Автомобиль КамАЗ 6350 типа 8х8. Бортовой автомобиль многоцелевого назначения. Автомобиль КамАЗ 65-221 6х6 «Танковоз» повышенной проходимости и грузоподъемности. Замыкает парадную колонну автомобиль команды «КамАЗ-мастер», непревзойденного лидера мировой рейтинге автомобильных команд. «КамАЗ-мастер» – единственная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом Дорогие, уважаемые ветераны, поздравляем вас с великим праздником Победы! Громадные ветераны, тагын бир тапкыр, шын көңілден, бийик жеңүү байрамы билен куттуйбыз. Яшагыз, сүйүндүрүңүз эле бизди, узак жылдар. Заканчивается праздничный парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его завершают музыканты сводного оркестра и духовых ударных инструментов Кадетской школы 82 и Набережно-Челнинского колледжа искусств. Не прерывается связь времен, и как бы ни сложилась наша жизнь, мы знаем, вновь расцветет весна, и в прекрасный весенний день мы придем поклониться к вечному огню. Всем низкий поклон, кто тогда воевал, кто родину грудью своей закрывал, героям войны свою дань отдаем. Мы им благодарны за то, что живем.